Введите название. Я сижу в своей комнате и смотрю на мерцающие в свете солнца пылинки. Окно раскалилось от летней жары, с улицы доносится вой газонокосилки. Застоявшийся воздух давно утратил свежесть. Углы комнаты скрылись за сырыми тенями. Мои игрушки в беспорядке лежат на полу. За дверью комнаты служится искаженная музыка, похожая на звон колокольчиков. Старый дом содрогается, и я невольно вскакиваю. Услышав свое имя в другом конце коридора, я выхожу за дверь. Приближаясь, я все сильнее чувствую ее запах. Гнилое мясо, серые волосы, желудочный сок. Войдя в комнату мамы, я замечаю окровавленные куски ее плоти, разбросанные по полу. Звуки духовых инструментов постепенно обретают мелодию, куски тела отрываются от пола, взмывают в воздух, словно мухи начинают летать по комнате. Музыка складывает кусочки тела в единое целое, и каждый фрагмент встает на место, дополняя очертания матери. Глазницы, однако, еще зияют мясистыми полостями. Глазные яблоки показываются из коридора, проплывают над моей головой и с хлопающим звуком возвращаются на место. Струйки крови начинают течь по ее щекам. Взгляд горизонтальных зрачков останавливается на мне. «Дай мне мою сумку, дитя! Мне нужна плоть!» Я трясу головой, ненавижу ее. Она настигает меня одним прыжком, хватает за волосы и бьет по лицу своей собачьей лапой снова и снова. Я кричу и рыдаю. Она отпускает меня. Всхлипывая, я подхожу к шкафу, выуживаю больших размеров сумку. Вместе мы ждем наступления ночи.